Ох, у нас, друзья, впереди будет очень много работы, нужно будет проделать. Сделаем нормальную студию, будем здесь снимать и работать. Сегодня рабочий день. Сегодня первый день, когда мы с Кирюхой ездим. Так, ну, Кирюха. Сегодня зумы у нас и связи, и надо ввести Кирюху во все дела. И, кстати, мы сейчас едем в мое помещение, где когда-то я начинал развивать свой традиционный бизнес. У меня было агентство праздников, когда мне было 23 года, 20-23. Мы вели праздники, организовывали всякие свадьбы. И сейчас едем туда посмотреть помещение. Возможно, скорее всего, на 100%, наверное, даже. Сделаем там студию. Мне Кирюха подсказывает, будет открытое пространство у нас с различными локациями. Можно же поверх прям покрасить, правильно мысль? Это не то. О, смотри. Белая краска есть. Мне кажется, хватит, да, нам? Да. Для стен в детской комнате. Ну вот, идеально. Короче, нам нужно купить только синюю краску. Кисти. А с потолком что сделаем? Ну, типа, ничего. Ламинат темный, а здесь ламинат светлый. Кайф будет вообще. Ну все. По поводу пространства. Место для работы. То есть цель сейчас сделать пространство, где мы будем работать. Я в том числе буду работать, проводить свое время, снимать влоги, работать с командой, проводить зумы. В целом, место, где я буду зарабатывать деньги. Почему я решил это делать? Все это произошло в моей голове после того, как появился второй ребенок. Я начал слегка ощущать то, что если я буду дома работать, то это абсолютно нерабочее пространство. Ходить куда-то в заведение, ну, я тоже не готов сидеть в заведениях целыми днями, пить там чай и, не знаю, работать. Мне эта история абсолютно не близка. Поэтому я для себя решил вернуться к истокам. Это место, где я сейчас нахожусь, это помещение. Просто как склад каких-то вещей. Я отсюда начинал. Отсюда началась моя история себя как предпринимателя. Здесь я зарабатывал свои первые деньги, заработал здесь свой первый 1 000 000 рублей. Я хочу вернуться снова сюда. Я считаю, что у каждого человека должно быть какое-то организованное пространство, где он будет находиться, заниматься своей деятельностью, заниматься творчеством. Именно рабочее место. Да, мы купили квартиру в 150 квадратных метров, и там я сделаю какой-то свой офис, но это будет еще далеко не скоро. А работать-то нужно сейчас, мне сейчас нужно зарабатывать деньги и где-то сейчас находиться на постоянной основе. Поэтому я думаю, из этого получится что-то интересное. Конечно, я обязательно буду вам показывать, как это все будет происходить, как будет выглядеть весь этот ремонт, что мы здесь будем делать. Сильно больших денег я вкладывать не буду, то есть будем делать по лайту, просто для того, чтобы здесь было максимально комфортно. Купим какую-то мебель, покрасим стены, сделаем стеллажи для интерьера, поставим свет офигенный, сделаем светодиодный свет для того, чтобы это красиво выглядело на видео, на зумах. Проведем сюда нормальный интернет. Еще раз, когда-то я с этого места начинал. Вот в этом помещении мы с ребятами, с артистами, которые когда-то на меня работали, мы организовывали свадьбы, придумывали, здесь придумывали различные сценарии для мероприятий, здесь ставили постановки для каких-то артистов, здесь придумывали номера для выступлений на различных шоу. Вот все происходило в этом пространстве. Я прям здесь оказался. Это такая, знаете, ностальгия. Очень сильно приятное ощущение. Поэтому я думаю, что у нас все получится. Ну и, кстати, я бы рекомендовал всем, кто меня сейчас смотрит, если вы занимаетесь каким-то делом и работаете на себя, то есть не где-то в найме, а вот именно работаете на себя, я бы искренне рекомендовал, чтобы у вас у всех было свое пространство. Если вы хотите зарабатывать, найдите какое-то место, где вам будет комфортно. Это не обязательно вот такое какая-то студия или какое-то отдельное помещение. Я начинал с того, что работал в кафе, работал в тех местах, где меня не будут отвлекать. Потому что в любом случае, когда ты находишься дома, то дома атмосфера, которая тебя усыпляет. Но для меня дом — это уют, это комфорт, это время с семьей. И долгое время я думал, что же не так? Ну, типа, почему? Почему так происходит, что дома я не могу полноценно работать? Ну вот я нашел ответ на этот вопрос. Потому что когда ты находишься дома, то тебе не хочется делать ничего. Тебе хочется смотреть телевизор, играть в компьютерные игры, быть с семьей, быть с детьми. И я хочу для себя организовать, знаете, чтобы я прям как на работу ходил.
То есть вот прям вот, чтобы это было вот так. Потому что я знаю, что когда у тебя есть выделенное время на работу, то есть ты приходишь и работаешь. То есть это не будет местом отдыха. Это будет местом зарабатывания денег. И вы можете организовать себе абсолютно такое же. А у меня был влог, который я до этого снимал. Вы, если обратите внимание, это балкон. На балконе я организовал себе такое небольшое рабочее пространство, такую мини-комнатку. Но балкон не обогреваемый, и там сейчас стало холодно. Поэтому сейчас, пока мы не уезжаем на Бали, а на Бали мы уедем, я думаю, через пару месяцев, будем работать здесь. Вот. Я думаю, хватит на сегодня.